О, мясо собирает. И кот смотрит. Котята маленькие. Знаешь, видишь, вон котята маленькие. Вижу, еда ходит. Мама! Мама! Такие же штаники. Большой белый берок. Ты понял? Да. Миша. 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 Ну, с таким в аджилисе тренироваться. Кило поможет. Да. Пока не мило. Смотри, Миша, куры пищи. Миша. Буша. Папа. Ой, мама, это Буча. Нет. Бучиков он ест на завтрак. Дилан? Ну, он устал. Хотя, когда было жарко, мы, наверное, еще хуже было. Мордочка милая. Милая. Мордочка милая. Что-то где глаза? Нет? Я не успел, меня рука дернула. А Ванесса на голову ударился. Привет. Такие глаза страшные. Кошка. Я вот когда с Берохом гулял в том лесу, вот думал о них. И поэтому пошел домой быстрее. Не хотел бы его встретить. Само спокойствие. Не любит, есть, нет? Его зовут Алмаз. Ну да, но папа говорил, что он любит дыни и арбузы. Это он тоже едят. С другой стороны, можем к нему ближе подойти. Угу. А если он найдет арбузик? У нас ест. Арбузы и дыни они едят. Самый низ там прочь. Полезнее.
Мам, пошли вниз. Вот это будет красивый кадр. Мишаня. Алмазик. Все ж оно идет. Да. Ты тут, папа, ты тут. Да. Смотри. Капана бы еще туда закинуть, помыться. Видишь, у меня да. Такой каменный арбузик, да? Каменный арбузик. Видишь, что он каменный арбузик? Видишь, как он под водой может? А ты, Ваня, сколько под водой можешь? 10 секунд? Вот, у Мишки тренируйся. Еще ж одну секунду. Тихо! Ой, все, а вот он там на зеркале. Папа, смотри, да. Вижу этого каменного арбузика? Вижу. Он с ним играется, потому что... Он подумал, что это настоящий арбузик. Я ж уже пойду. А мама, ты что думаешь? Пойдем туда наверх. Да, маленькими рядом. Вот и так, и сяк на них, и нитка. Но он решил нас, да, показать только свою спину. А мы сюда когда-то будем еще ходить? Ну, когда захотим. Джаша, в этом году точно уже нет, мы уже были здесь. Ну, показывай, какие они будут. Видишь, они большие. Больше чем у гороха, не сразу. А мне вылезали. Мужор. Я хочу съесть голубя. Мама, да. Там еще есть дорога. Хорошо, пойдем туда.
почему мы сюда... Берегите лес. Какие тут странно пытают? Мама, я не знаю. Мама, все. Я же хочу пить. Мы в машине оставили попить. Молодцы. Да. Гениально. Ну что, орёт? Это в Америке он Бэмби. А тут просто Маша. Тут Бэмби. Можешь погладить? Оленёнка. Ну давай. Мы страшные. Ты крапиву взял? Зачем ты крапиву взял? Укололся, да? Конечно. Чего ты так? Давай чик. Ау! Это я тоже укололась. Так, давай вот это. Дай ему. А, яблоки еще есть? Да, конечно. Травку хочешь? Ты поближе только. Травку хочешь? О. Сильная рука жгёт, да? Да. Я думаю, что это обычная трава. Нет, крапива. Потащу. Аминь. Так, а где тут яблоки? Где тут... Нет, яблоки у тети были. Здесь нет яблок. А. Какой ты классный. На, Даша, держи. Спасибо. Давай, Веню. Ой, лови! Посунь руку подальше, ничего страшного не будет. Он не съест свою. Он не может, а? О, хороший. Ну почему я его не могу покормить? Я пускай его Несса покормит. Как-то за я сидел. Он вообще не похож. Ну, у кого четыре лапы, тот берег. Ой, знаешь, не хочется, он не делает. Я тоже могу попробовать? Да. А что он ел? А он ел? Да. Его можно кормить? Но... Мне этого оленя страшно. Даже тигры на такое не реагируют, вы чё? Кто из вас лось? Это кошки так подойдут. Мне кажется, кто-то объелся. Да, мне кажется, он объелся. Сколько у него там нет, где? Лось Селенг. Маленький олень был. Карта? А мы все посмотрели, да? Да, зоопарк небольшой. Thank you.
спать хочется, что ты делаешь? Опасно. Он даже помню не раз. Не, ну потому что его своего мужчина, он его придерживал. Контролировал, чтобы он не побежал. Если он столкнет, я бы упал. Да, понятно. Он так отклонится. Да, конечно. Что же мои? Ходить здесь не надо. Нет, так же сам, а ты только пошел в эту сторону. Я просто ну, улыбнулась бы хотя бы. Я купаться. Там у нас. А зачем сюда приезжать? Ну, отдыхают люди.